Всем привет! Сегодня будем плести браслет из паракорда. И прежде чем начать, я расскажу вам маленькую предысторию. Все началось с этого белого браслета. Этот браслет подарил мой товарищ, за что ему большое спасибо. В принципе, с этого браслета и началась моя эра плетения из паракорда. Значит, цена такого браслета на интернет-аукционе составляет от $7. О себе вам скажу, что за $7 можно купить 33 метра паракорда. На плетение вот такого вот браслета длиной 18 сантиметров нам понадобится 3 метра паракорда. То есть довольно-таки просто посчитать, что из 30 метров паракорда мы можем сделать 10 браслетов, цена которых будет составлять $7. Вот, в общем-то, думаете сами, стоит ли покупать такие браслеты за $7 на интернет-аукционе. Значит, еще хочу сказать по этому белому браслету, что это не просто белый паракорд, он еще светится в темноте, то есть он фосфорный, и эта застежка также еще является и свистком. Но этот браслет довольно-таки неудобно сидит на руке, в принципе, я решил сплести что-то свое, и в конце концов я сделал такой вот браслет. Значит, я его уже использую более 3 лет, он довольно-таки срядно потрепан, не знаю, насколько передаст камера, я смотрю сейчас на монитор камеры и абсолютно не вижу никаких потертостей. На самом деле он довольно-таки уже изрядно потрепан. Значит, застежка здесь довольно-таки примитивная, такая вот петелечка и узелок. Потом, когда браслет уже у меня на руке, я это все дело подтягиваю. Вот, в общем-то, таким вот образом он и фиксируется. За все время эксплуатации ни разу эта застежка мне не подвела, ни разу мне браслет не спал с руки, не потерялся, то есть все нормально держится. Ну вот, в общем-то, приступим. Я сегодня выбрал самое простое плетение, на мой взгляд, но довольно-таки неплохое, неплохо-таки смотрится. Честно говоря, я не нуждаюсь в третьем браслете, поэтому я, пожалуй, сплету сегодня темлячок таким же способом. Все время хотел это сделать. Все никак не доходили мне руки до этого. Но я думаю, сегодня настал момент. В общем-то, 18-сантиметровый браслет, это на среднюю руку. Для него нам понадобится, чтобы сплести вот такой вот браслет, понадобится 2,5 метра черного паракорда и 40 сантиметров зеленого паракорда для сердцевины. Но так как я буду сегодня плести не совсем браслет, поэтому я взял размер чуть поменьше. Но первым делом это завязываем вот такую обычную петлю, узел. Продеваем в него наши концы. Ну, в общем, продолжим. Способ довольно-таки простой. Внимательно смотрите. Я со своей стороны постараюсь более наглядно все показать. Вот, значит, что мы имеем. Черный паракорд пропустили в петлю из зеленого. Затянули, то есть, но не очень сильно. И начинаем плести. Берем это, проводим под черным паракордом. Первая петля всегда такая самая вредная.
вообще эксперимент. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. Фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдумано. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. А почему? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь рано. Другая сволочь похвалит еще рано. Душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу, и сердце. Мерзость выйдешь из души, жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные. У них у всех сенсорное голодание. И все они клубятся вокруг. Журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют, давай, давай. Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать? Если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали это меня по своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего. А все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось настоящее. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут. Почему не вечно? Как вечно лежит? Вы, наверное, прекрасный человек. Я, правда, и не сомневался почти. Но все же вы такую муку вытяжели. Эта труба – страшное место. Самое страшное в зоне. У нас его называют мясорубкой, но это хуже любой мясорубки. Сколько людей здесь погибло? И дикобраз брата тут подложил. Такой был тонкий, талантливый. Вот послушайте. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало.
Понапрасну не зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло, только этого мало. Хорошо, правда? Это его стихи. Что ты все лишь, что ты суетишься? Значит, в вашем же случае, если вы хотите продолжать дальше, вы продолжаете до тех пор, пока не будет достаточная длина. В конце вы обрезаете концы. Можно даже покороче. Ну, в принципе, такой темлячок у нас будет. Концами уже делайте все, что хотите. Любой длины, узелки, что-нибудь привязать, где продеть. На усмотрение любого. Ну вот, в принципе, на этом краткий такой курс плетения параккорда закончен. Всем спасибо, пока.